По версии следствия, днем 12 июля в ОМВД России Котласский поступило сообщение о том, что в доме на улице Молодвинская шумят и громко играет музыка. Участковый уполномоченный прибыл по указанному адресу. На просьбу представителя власти убавить громкость, одна из гостей, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбила его, а затем ударила ногой, причинив физическую боль. После случившегося подозреваемую доставили в органы внутренних дел для разбирательства. В настоящее время проводятся следственные действия. Проводится сбор доказательной базы.